Итак, друзья, шлифование продолжается всеми доступными способами. Значит, сейчас самое главное, вот эти всевозможные места. Сейчас я их почти довел до ума, можно сказать. Они у меня здесь самые главные. И перевернем, покажем вот эту. Те уже пока не важно, их можно доделать. Вот эти вот самые сложные. Здесь они у нас уже выведены. Сейчас я хочу вот остановиться вот на этой. И чтобы вам было видно. Это стоит самый маленький вал. Этот вал одевается на стержень. Он не имеет вот такую резинку, гуми. То есть он просто, будем говорить, одна шлифовалка. Одевается металлический. Так, ладно. Сейчас я найду тот изъян, который надо обработать. Так. Вот этот вот изъян. Так. Начну я так. Значит, зайду сюда. И вот эту вот часть буду обходить вокруг вот этого столба. Вот этой частью. Вот так вот. Здесь есть изгиб. Вот тут. Для полотна, для ленточного. Поэтому было сложно. Так. Уже запалил, черная стала, а риска как была, так и осталась. Вот она, белая. Ха. Ладно, блин, здесь гладко, здесь ступеньками, потому что надо большую брать. Так, здесь тоже ступеньками, потому что надо взять большую. То есть надо взять такой размер, чтобы он, как говорится, взял плоскость больше. О! И он тогда выровняет. Просто плоскость будет ровная. Только не надо много нажимать, иначе мы здесь делаем яму, и здесь перерыв будет. Так. Сюда она почти помещается. Сюда тоже помещается. Сюда помещается. Вот здесь может не поместиться. Здесь у меня не соосно. Той части. Вон она, здоровенная щель. Может, видно, может нет. Короче, как-нибудь вот так. О, она не та, немножко. Ладно. Единственное, только вот эту мы здесь перечеркнем. Резиночкой сотрем карандаш. Вот про что я говорил, она простая трубка. Ставим ее сюда, но они отсюда вылетают, терпеть не могу. Так. Так.
все равно вот так вот все. Это надо поменять. Это сюда. Из рук все валится. Насрать что ли надо. Так. Сюда шайбочку. Это большая. Ну вот это пойдет. Да. Я уже ключ потерял. Нет, не потерял. Вот он, ключик. Одной рукой все. Одной. Значит, что я делаю? Что я делаю? Когда одной рукой. Берем струбцину. Нажимаем. И на себя упираем. О, мы откручиваем. Резина должна... Ой, тихо, тихо. Резина должна сжаться, тогда она, как говорится, раздуется и разопрет. Ладно, все. Ладно, ключ сюда. Сюда. Пройдусь по чуть-чуть, по-быстрому. Все вот эти вот выгнутые места вам на камеру. И мы выключаем, потому что это потом обработаем на ленточке. Фу. На ленточке. Все. Там есть скрипка. Кофр закрывается. Кофр открывается. Теперь нужен сюда гриф. Длина грифа всего лишь 18 сантиметров или 180 миллиметров. Так. Приступим пилить деталь. Вот такая деталь.